Опа! Привет всем, дорогие друзья! Доброго времени суток! Так, ну что? Много странных отзывов про игру. Неоднозначная игра. Можно, кстати, пару отзывов посмотреть сейчас. Rage 2. Всего 800 обзоров, 60 из которых положительные. Это очень слабо. Это очень слабо, прямо скажем. Но мы сейчас сами заценим, посмотрим. Негромко, чат. Кекс, это не игра, это полное дерьмо. 0 из 10 про стрэш. Усердно очищенным метеоритом. Это я звук погромче сделал. Офис. Как много у нас было планов. И все их сорвал один человек. Николас. А. Рейн. А, ага, ага, ага. А что с игрой? Подождите. А что происходит? А, знаете, что происходит? Объясняю, короче. Игра захватывалась в окне, но когда начался синематик, он не в окне стал. Так, ну давайте я тогда... Давайте я экраном тогда захвачу вам. Окей. Ну, не проблема. Что? Такие игры не для стримеров делают. Экосферы посыпались на землю раньше, чем было положено. Они снова посеяли жизнь в бесплодных пустошах. Снова запустили жизненный цикл. А ведь это была прерогатива нашего вида. Летит, ну, эпик, наши жесть. Планы были сорваны наивными, нахальными плебеями. Плебеи. Что? Не дали очистить ослабевший вид. Я на стороне противника буду воевать. Они отказались от нашей помощи. Предпочли спасать свою жалкую, никчемную жизнь. Ну, сука, я бы за плебеев, ребят. Всего вида. Верх эгоизма. Может, это даже думали, губернатор какой-то? Нас. Мы сами позволили им так думать, но мы ушли под землю. Мы следили за их распри, за их глупыми войнами, за детскими играми в наведении порядка. Мы набирали сил. Наша наука, наши знания, богатый опыт, все было подчинено единой цели. Хирургической ликвидации слабых. Человек переродился. Мы уничтожим их оборону. Захватим их поселение. Захватим ковчеги. Сегодня мы сравняем с землей их ничтожный. Блин, ребят, плюс чат, если мурашки по коже от эпичности. От масштабности. Давай, вали плебеев, давай. Мне, кстати, знаете, я вот что хочу сказать. Я рад, что не только близы снимают крутые синематики. Это приятно, приятно, что все соревнуются с ними, по сути. То есть графон в играх близов всегда хуже, чем... Я рад, что здесь так же. Так, короче, нам предлагают тут персонажа выбрать. Надо выходить. Они оба как будто накуренные, жестко прям. У нас тут выбор небольшой. Только пистолеты и крылопалки. Ну, это за лирика все-таки. Уже пора, да? Да. Он мне как-то ближе. А это что? Давай, Уокер, надо уходить. Беру. Крылопалка. И пистолет. Защищаю вход. Как же она сзади подкралась? Так, сейчас подкралась. Сабы включу. А ты не спи на ходу, Уокер. Лили, она мне как сестра родная. Мы выросли в Винланде. Мать Лили была нам любящим сержантом. А я сирота. У меня нет матери. Ничего, и на твою долю хватит. Говорю тебе, в этот раз все серьезно. Ладно. Какие глубёхи. Тогда чего мы ждем-то?
Погнали, я да. Ячить какой прицеливает меня. Блин, летить, может, обратно пойдем? Это рейнджер. Я знаю, кто это. Жесть, круто. Охренеть, эпик, ну просто... И рот открыл еще. Вот повезло-то. Хотя нет, не особо повезло. Блин, а я хотел сам убить эту тварь. Так, надеть рейнджерскую броню. Ага, так, а ну давай, братан, тебе она больше не нужна. О, жесть. Мама тебя потом разорвет за эту броню. Тут внутри еще очень много джерси. А что делать? Выбора нет. О, охренеть! Это даже круче, чем я думал. Я почему-то держал все это время бое, думал, что я как-то влияю на это. На это переодевание. Найс, и пушечка нормальная, с голографом, как я люблю. Нет, черт, коллиматор. Так, ведь во двор, все, принял. Все трясется, что-то. И что эта палка сделала? Она же ничего, она же мимо просто улетела. Да как увидеть-то врагов? Они... Что за фейерверки? Блин, пытаюсь по голове попасть, но в итоге вообще все мимо. Летит разрушаемость, ребята. Блин, так ощущение, когда я по одной пуле стреляю, с двух пуль убиваю в голову. А когда топлю, вроде как бы отдачи нету по прицелу, и вроде все в центр летит. Но по факту я не попадаю. Спасибо, ребят, вам за то, что поддерживаете, подписываете. Герой войны, рейнджер и тетя. Всем пример. Особенно для Лили. Когда мои родители умерли, растила меня. Скажу вам прямо, здорово, это сержант, а не мамочка. Жду указаний. Иди сюда. Это броня Джерси. Джерси погиб, мэм. Кто напялил его броню, тот делает его работу. О, еще одна тварь большая. Я так понял, это рядовые какие-то. Вижу такую махину. Да, я видел 5 минут назад. Не может быть. Он же мертв. Генерал Кросс? О, боже. Поближе подходи, поближе. Так урона... Ой, ё-моё, ошиблись. Жестяк, вообще, как же он их переиграл? Он просто рукой закрылся. Всех остальных убить. Генерал Кросс, большой злодей, глава правительства, призрак прошлого, которым пугали непослушных детей вроде меня. Не знаю, бредит Проули или он правда жив. Знаю одно: если жив, я эту беду поправлю. Отлично, отлично. Наш личный бугимен. Теперь мы победим его, и он уйдет обратно в шкаф. Давайте, я готов. Ой-ой-ой, незаметно подкрался к нам. Почему я еще не раздавлен? Охренеть, как она их вообще на реакцию взяла. Етить, ух ты, хорош. Ой-ой-ой. Из пушки прям в рожу ему, давай. Вон он, фоткается, стоит. Хорошо. Проли. Кажется, что рука мягкая была, ребят, жирненькая. Эрвина Проули, это ты? Я думал пощадить всех уроженцев Ковчега, ну, в целях экспериментов. Но для тебя сделаю исключение. А зачем он голову себе человеческую оставил? Памяти, это же самая уязвимая вещь вообще. Ведь именно твоя никчемность и сохранила мне когда-то жизнь.
Ну что ж, мы определились, ребят, с главной проблемой в этой игре. Ну, я имею в виду игровой проблемой. Это вот этот лысый мужик. Так, попробуем тебя завести. Разряд. Раздевайся. Стой, тогда. Подожди! Ты чё творишь? Я ж в сознании. Ты-то да. А твой новый костюмчик надо было встряхнуть. Так, ну мы выжили. Значит, и будем мстить за бабулю, я так понимаю. Все, что осталось. Выживших пару десятков. Мы еще разбираем завал. Я видел Проули. Генерал Кросс. Он... Он ее убил. Убил мою мать. Не знаю как. Он убил твою но мать. Но мы их остановим. Я своими руками сверну шею этому увечному мерзавцу. Если честно, я никогда не верила, что правительство вернется. Они вернулись. Блин. И нам надо что-то делать. Два здоровяка и оба так сдохли. Мать просто знала, что делать. Неинтересно. И рейнджеры тоже знали. Погоди-ка. Их файлы, их записи. Они хранятся на заставе. Я бы хотел сам на них прыгнуть главном и победить. В штабе рейнджеров? Ты совсем? Туда можно только рейнджерам. Лили, послушай. Я последний рейнджер. Охренеть. А ведь правда. Блин, тут так бегается как-то странно, как будто, знаете, как будто я на дроне перемещаюсь. Я даже не знаю, плохо это или хорошо. Чувствуете вы это или нет, но я как будто на дроне лечу. Я не знаю, почему такое легкое чувство пробежки, знаете. Такое освежающее. Ноги? Ног нету, кстати. Бляха-муха. Я действительно лечу. Что я сразу не догадался это проверить. Сейчас как в обители меня разрежет и конец. Так, ну погнали, спидран, короче. Че, за один стрим справимся? Я слышал, она короткая. Смотри, новенький рейнджер. Я Феникс. Да, я знаю, что круто выгляжу, но еду я еще лучше. Ну что, поехали кататься. Блин. А можно Гарика Харламу поставить за место нее? Ну давай, окей, погнали. Жестяк. Так, нитро у нас конечное, жалко. Блин, ну управление приятное, я вам должен сказать, в машине. Так, бой на машине. На Фениксе приятно ездить. Я только что об этом сказал. Здорово. Так, полутачить могу с этого дерьма? Ну-ка. А ну дай шмота, бумер. Блин, что за дизайн странный? Как будто какие-то ютуберы, знаете, 18-летние. Челлендж выполняли. Блин, я не успел на его оружие посмотреть. Опа! Контейнер открыт! Ох, жестко! О, тут можно фармить, смотрите, фарм. Нашли руду. Так, где еще одна? Я прям слышу, как она орет. Блин, я вижу, как я в голову ей целюсь, но попадаю не в голову. Это чё? Вопросик, ребята, охренеть, тут вопросики есть. Так это ведьмак вообще. Я вчера заметил, что у врагов есть левела. Ух ты.
А я думал, что такое левел противника. Оказывается, это его левел. Так, и что я сделал? Я что-то выкинул? Че я выкинул, чуваки? Куда это улетело? Травишь байки, чтобы нажраться на халяву. Винланд разрушен. Блин, ребят, я сейчас вот скажу вам свои чувства. У меня сейчас как будто сабдей. И как будто кто-то заказал Вархаммерс, понимаете? Ах, чувство такое на данный момент. Не видал. Джон Маршалл. Здоров, Фоксман. Легендарный боец сопротивления. Герой войны. Мы все выросли на рассказах о нем. Честно говоря, я думал, он будет как-то покруче. Поразительно. Винланд был так хорошо защищен. Мы тоже так думали. А потом пришли они. Нам пришло правительство. Они вернулись. Тьфу. А ты хочешь воскресить проект «Кинжал». Но беда в том, что мы тут тоже вроде как в осаде. Я вроде успеваю вернуть. Короче, не знаю, не хочу вот дерьмо играть. Прям что-то как... Ну, просто душит, я хз. Я, может, не успел разобраться, конечно. Я, может, не успел разобраться или еще что, но... Я просто... Не, я чувствую, что я как бы толком еще не дошел до этого. А, вот поддержка. Толком ни до чего не дошел. Но я еще раз скажу момент, вот просто. Были времена, когда вот на сабдей кто-то заказывает, ну, прям не очень. Вот, которая игра просто не нравится немного. И это душить начинает. Я вот сейчас вспомнил, что этого чувства на стриме у меня не было очень давно, чтобы меня душила игра, и я не хочу к нему возвращаться, пожалуй, вот. Сори, кто ждал Rage, ну, я сразу сказал, я не был уверен в этой игре. Вообще, я ее не ждал, потом посмотрел трейлер, мне показалось, что будет прикольно, там, типа, все взрывается, все что-то происходит. Но на деле происходит чересчур даже, я бы сказал.